Готов? Ну давай попробуем, но вообще это не не это самое, не хорошо. Как я тебе спою, если я не знаю? Здравствуй, посвященная. О тебе. Не прибедняйся. Ты многое можешь, мне ясно, в пылу священного рвенья. А может, в этом опасность? Куда-то полезла и знак твой предупреждение. Душа твоя как первый свет была. И ты без дочь, но правильно ли знак ты поняла? Быть может, и мне призвана помочь. Чтобы доказать тебе, что пред тобой не враг. Позволь мне изложить свой взгляд на мироздание. Пожалуйста, прошу, любезный черный маг, я вся внимание. Пусть будет так. А это тоже твоя партия там дальше чуть-чуть. Да, где-то вот, ну вот здесь можно еще. Ты не станешь отрицать, что мир этого создать бывает. Если он и создал тьму, то явно вот желал, чтоб было так. Ты не будешь отрицать, что с ним не способен совладать. Тьма и свет, вот два крыла несущие в пространстве этот мир. Тьма не воплощение зла, она дана для равновесия сил. К свету тянется росток, но даст его зерно во тьме земли. Ты прав и здесь. Темный маг не тот, кто зло, тот, кто прибегает к силам зла. И как средство подчинив той цели, что, быть может, и светла. Тот, кому доступен арсенал богини тьмы, тот черный маг. Слуга и враг, ну? Знаешь ли, что магом тьмы так физис нынче в бездне заперта? Знаешь ли, что маги тьмы и света стерегут ее врата? Я один решился сделать то, за что собратья проклянут. Шагнуть во тьму. Не во тьму. А теперь жалобно, жалобно, давай просто жалобно просто. Матери, рысли, что с тобой? Неважно, продолжай разговор. Позволь твою облегчить боль.
Пожалуйста, изволь, я вижу долг в тебе сильнее предубеждения. Ты должен в храме совершить течение. Нет, не в этот раз. О большем рано ты все узнала, тебе довольна. Знать хочешь больше, иди за мною. Там помешаешь или поможешь, волю Бога исполнишь. Решайся, а пока прощай. Мы